настоящее время силы и средства МЧС России работают в 10 населенных пунктах Ольгинского района. Это поселок Ольга, Тимофеевка, Серафимовка, Пермская, Ветка, Новониколаевка, Бровки, Маргаритово, Моряк-Рыболов и Милоградово. Ранняя группировка спасателей в Ольгинском районе постоянно наращивалась. И сегодня сотрудники МЧС России продолжают проводить работу по оказанию адресной помощи населению. Авиация Хабаровского авиационно-спасательного центра задействована в эвакуации людей, попавших в снежный плен, и по доставке гуманитарной помощи. Всего с начала ликвидации последствий прохождения циклона было спасено 36 человек. Работы по ликвидации последствий продолжаются.